Каждый бой в рамках рейтингового турнира по боксу Лига бокса Республики Татарстан. Бойцы тоже готовы, вышли на ринг и пытаются как-то, чтобы защита соперника немножечко поплыла, пытаются отманить на себя атаку. И посмотрим, что из этого может получиться как раз. Взаимодействуют с канатами. Доска работает. Доска, давай. Но лучшая мотивация для бойца, конечно же, ваша поддержка, дорогие друзья. Остается совсем немного пар, я думаю, стоит поддержать. Немного классных боев. Вы еще потом долго их не увидите, так что мотивацию нашим ребятам, защитникам Отечества, особенно сегодняшний наш праздник, думаю, стоит дать. Итак, первый остром противостоянии, все эмоции парни приобрели на третий раунд, на концовку этого боя. Посмотрим, что же они сейчас покажут. И, конечно же, судьи тоже внимательно смотрят за этим боем. Итак, парни, готовы продолжать бой. Остается буквально минуточка до конца боя. Посмотрим, что же сделают парни. Парни идут активно, в активные размены, активные удары. Прижал синий боец красного бойца к канату, тот отступает, дает себе дистанцию для маневра. Давай маневр. Ой, активнее нужно защищаться. Итак, это гонг третьему
раунду. Единогласным решением судей. Аплодисменты бойцу и награды, конечно же, найдут своих героев и своих победителей. А я объявляю 20-ю пару нашего вечера. Корнилов Дмитрий, трудовые резервы, город Казань. И бичевистый Глеб, трудовые резервы, город Казань. И объявляю, что готовится заключительная пара сегодняшнего вечера. Это Чухонин Дмитрий и Галиев Даниэль. Это будет заключительная пара, а сейчас 20-я пара выйдет специально для вас. Да, турнир уже близится к концу, дорогие друзья, так что сохраняйте эмоции.